Так, вот дает знать. Дает знать. Опять уперлась. Пробует. Пробует меня на вкус. А вот и первая размотка пошла. Смотала метра два. Ребята, очень осторожно. Видите, я вниз поворачиваю, чтобы она рванула. И постовуха моя вниз. Она у меня потихонечку сходит. И наматываем виток за витком очень ровно, чтобы веревка за виток не зацепилась. Пошла гулять. Пошла гулять. Пошла гулять. Мучаем. Она мучает нас, а мы мучаем ее. Уперлась. Пошла. Так, я слабину даю, блин. Я понимаю, конечно, что она там должна хорошо сесть. Но об этом никто не знает. Как она там села? Может быть, едва-едва зацепилась двойничком. У меня двойники-то очень мелкие. Так, все, она здесь. Вот она. Вот она. Метров пять сходу. Она меня видела. Я ее нет. Опять к лунке подвел. Давай, давай, давай. Ну кто ты? Девочка, мальчик. Так, я не пойму. Это, похоже, хорошая щука. Хорошая щука пошла назад. Так. Два раза девочка. Один раз сходу мальчик. Так, раз сходу мальчик. Так, мальчик, мальчик, ты мальчик или юноша, или ты уже дедушка, или бабушка? Thank you.
поклевка, друзья. Есть. Опа-на! Хорошая плотвичка. О, какая! О, какая! Так, там клюет! Там клюет! Блин! Упустил, друзья. На две удочки не успеваю. Ну, мормышка 0,26 грамма. Поводочек 0,08. Основная 0,1. Мотылек с опарышем. Вот смотрите, какая насадочка. Вот она какая. Сама мормышка вольфрамовая, со спичечную головку. Я очень люблю на нее ловить. И даже на больших глубинах, на 10-12 метров, очень долго опускается. Но поклевки явные. Кивок сразу загибается мгновенно. Поклевка. Есть. Оба-на. О, какая красавица. О, какая красавица. Смотри, как заколотила. Вот, друзья, смотрите. И опарыша съела. Красота.
Вот, друзья, такой контейнер для живца. Все ссылки в описании. Как его сделать быстро, за 5 минут. Вы приходите, на вас на водоеме нет неделю, две недели, а у вас живец подо льдом. Очень удобно. И сразу ставите жерлички. Так, друзья, вот она размоточка. Но это ни о чем не говорит. Ну, так, рывок. Или зацеп опять. Ну, ё-моё, а! Опять зацеп. Оборвал что-то опять. Да что ж такое, я уже на этом месте третий раз обрываю. Достали меня эти браконьеры. Ну, трава я тут понимаю. Там щука у меня была на 2700 здесь. Кошмар какой-то. Все поставушки приходится переделывать. Да не пусто, вообще ничего. Обрыв, наверное. Ну, пружинила, сеть стоит. Оставляют с лета, бросают. Приехали, отдохнули, водочки попили, сеток понаставили. С утра с похмелья, ой, да бог с ними, пускай стоят, может быть, приеду. Обрыв мои. И все. Вот так вот селигер в сетях остается. Друзья, не в обиду сказано. Те, кто живут на селигере, никогда не бросят сеть. Они ее проверять будут. Я понимаю, браконьеры. Я хорошего про них ничего не скажу. Но те, кто оставляют, те еще хуже браконьеры. Что-то тяжело. Так, ха-ха-ха-ха. Друзья, размоточка. Может, зацепилась, но идет пока тяжеловато. Так, нет, друзья. Что-то есть. Рывочек был небольшой. Был рывочек небольшой. Что-то есть. Ага, да-да-да-да. Ну, и как всегда, здравствуйте. И снова с вами Селигер. Я Владимир Мировов. И мой канал Селигерский хуторок. И мы снова в поисках приключений. Тащим, друзья, тащим. Небольшие рывочки как бы идут. И тяжесть чувствуется. Но она все силы бережет для того, чтобы подойти к лунке и дать бой. Вот где будет основная борьба. Вот где она покажет свою силу и свою селигерскую удаль. То, на что способна селигерская щука. Ни на одном водоеме вы такой не увидите. Именно у нас они мощные, дают очень хорошее сопротивление. И поэтому ее... Так, рывочек, очень хорошо. Нужно вываживать осторожно, не спеша. Вот виточек за виточком постепенно наматываем, не давая слабину, чтобы щука... Так, рывок еще один... Не могла сойти. Мало ли, неизвестно, как она села. Вообще неизвестно. Может быть, у меня двойники маленькие стоят. Может быть, вообще за краешек, одним двойничочком. И если будет сильный рывок, она просто сойдет. Просто сойдет, друзья. Очень идет спокойно. Спокойно. Сейчас она подойдет к лунке и даст жару. Она даст жару. Так, уперлась. Вот она. Уперлась. Уперлась, пробует, пробует. Так, назад. 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 Небольшую слабину дал. Так.
Уперлась. Опять назад. Не форсируем. Там тонкая леска стоит между поводком и веревкой. 0,32, друзья. Уперлась. Назад, назад, назад. Она чувствует, видит меня уже. Она под лункой ходит. Опять назад. Четвертый раз отпускаю. Я ее еще даже не видел. Я не знаю, с кем борюсь. Я не знаю, кто там. Ну, подскажи мне, кто ты вообще? Так, мой поводок пошел. Щука. Хорошая. Хорошая. Вон она. Хорошая щука, друзья. Закилишник точно. Мне не завести ее никак. Так, все. Вот она, друзья. Ну, подкилишничек. Подкилишничек. Смотрите, какая красавица. Подкилишничек. Видите, практически весь поводок у нее там внутри. Весь. Хорошая щука. Килограмм точно есть. Точно есть. Смотрите, какая прелесть. Ну, а с вами, как всегда, был Селигер. Я Владимир Мировов и мой канал Селигерский хуторок. До встречи, друзья, до встречи. До встречи на Селигере, на моем канале Селигерский хуторок. И пусть вам повезет больше, чем мне.